Здравствуйте! В эфире Мелбет Первая лига. Лучшая лига мира прямо сейчас на Матч ТВ. И мы в Калининграде. Балтика играет против Енисея. Торой российская премьер-лига очень-очень скучает. В следующем году будет 10 лет. 1-0. Классный гол. Это отличный розыгрыш стандарта, который завершается ударом с линии ворот и первым голом в этом матче. Ну, то, что гол будет очень рано, чувствовалось по содержанию этого матча. По внешней стороне стопы. Вот это очень интересно. Мусаев, он с мячом снова тянет, но тянет для удара, видимо, в ближний угол. 2-0. Балтика забивает этот мяч. И я говорил буквально минуту назад. Зреет второй мяч, и вот он. Это не комментаторская чуйка, это просто содержание игры, которое достаточно очевидно, чтобы делать такие прогнозы. Антипин, отдавать некуда, Антипин! Пенальти, нет? Нет, похоже, это будет просто гол. И 3-0, Балтика забивает третий мяч, и вот что значит организованный прессинг. Удар, гол! Вот и гол! Пока говорили, что Тамерлан Мусаев забивает свой мяч. Свой мяч забивает Енисей. Вот так вот. 3 минуты добавлены, как я предполагал. Пас, отскок, удар Александра Ломакина и гол. А, это дубль. Дубль Глушкова или все-таки Ломакин. 8 и 11 номер на этим шрифтом с верхотуры и с этой камеры совпадают. 3-2. Балтика останавливает мяч в середине. И на этом матч завершается. 3-2.